Вес 81 килограмм. Второй раз иду на пробежку. Буду развиваться, тренироваться. И еще потом пойду. Сейчас попытаюсь еще. Посмотрим, будет ли ноги ныть ночью, болеть. Смотрим, насколько пока что предел. Буду тренироваться. Целеустремленность появилась. Вот реально мне было бы хорошо, если бы я был миллионером. Баня была бы прям в доме. И после парилки сауны в ледяной бассейн окунаешься, потом снова в парилку, в сауну, затем натирают ноги от ступней до задницы, и там происходит абсолютное воздействие положительное. Ой, если я похудею, у меня ступни будут, перестанут болеть после работы или после длительного пеших прогулок. Я еще взял одно сюда. И еще дополнительно, чтобы голову вытирать. Полотенце. И посмотрим сейчас, какой предел пока что. Сейчас было бы как раз хорошо перестать курить. Время как раз подходит.
и посвятить себя тренировкам. Да, если бы я был миллионером, я бы сразу сделал операцию по удалению вазомоторного ринита. Каждый день в баню. Сейчас чувствую, что ступни, в принципе, чуть-чуть побаливают уже. Да, сейчас бы вот перестать курить. Самое то было бы. Смотрим. Нихрена там орут они. А, давай начнем. Чего она мигает? Как раз ветер стих. Ну так, относительно. Уж не будет продувать.
Каждый кофе вообще не пил, и энергетические напитки уже не помню, когда последний раз пил. Это тоже плюс. Ладно, пока что проверим. Лил Пип был в очень жесткой ситуации. Запуган. Да, с утра я себя реально плохо чувствую. И работать, и бегать тяжело. И вообще просто даже... Это же просто чувствуешь себя тяжело. Потом становится получше. Ну, пошел под плечевому поясу. Сейчас действительно легче стало бежать. Не, сопель нет. Пока что нет. Будем бороться за жизнь, тренироваться, как могу. Как смогу. Посмотрим, если будут ныть, болеть ноги ночью, значит, переборщил. Пока что. А если нет, то можно побольше. В дальнейшем.
Давай-ка еще. Будем бороться за жизнь. Пробую перестать курить, хоть сигареты и не кончились, еще пачка есть. Пробую перестать. Будет, конечно, тяжело.
Як посвящается ангелу, который спас меня от падения, не застрахованный этим креплением, скалодроме, примерно 10 лет назад или где-то так. Спина мокрая. Сейчас уже пора, в принципе, идти, потому что надо. Время поджимает. Да, вся спина мокрая вообще. Даже сигареты с собой не взял. Что, думаю, может, хватит.
Эта белочка все бегает, черная уже, маленькая, молоденькая какая-то. Так прыгает, прыг, прыг, прыг. Ладно, проверим, как будет организм чувствовать себя. После двойной пробежки. То, что вспотело и дофига, это да. Сейчас поем картошку с, там кусочек мяска. Разогрею. Когда будет развилка прямо. Поем и дальше еще тренироваться буду там.